Так, мы пришли посмотреть новые дома, которые строят, под видом, что мы собираемся покупать что-то. Ну вот, посмотреть, что дают, как они модельные делают, потому что называют New Model Houses. Вот, в принципе, вот так вот выглядит хороший ковролин. Все, так, сейчас вот я здесь положу. Что это у меня? Шкафчик. Пойдет. Дверь, конечно, оставляет желать лучшего у нас дома. Вот это интересная штука. У нас дома лучше. О, товарищи, это вообще пластик. Ну-ка. Я даже не знаю, как это работает. Так, кантины. Так, первая ванная комната. Так вот, вход. Дверь мне, кстати, нравится на вход. Хорошо сделано. Так, это вход. Это кабинет. Это кабинет. Очень хорошо придумали. Так, это вид. Так. Давай-ка. Ну, я засел. Кабинет. Тут лампочка сбоку. Что сказать? Интересно. Сказали, что это винил. Не знаю, не очень. Винил у меня доверия нет. Ну, посмотрим. Подождите. Давайте. Так, нет, это не то. Нужно что-то вот такое. Какое-нибудь. Тест. Нет, на царапин не оставляет. Это модель. Гараж. Чистый дом. В гараже. Так. Да, воду, по-моему, греть. Пойдем на второй этаж. Нам там нафиг делать нечего. Вон тынкается. О, основная комната. Так, ну что сказать. Домик маленький, 200 квадратов. Но смотрится хорошо. Интересно, что идет вместе с домом. Вот это называется модель. То есть, чтобы мы могли посмотреть, какие, как они называются, finishes, заканчивания. Но вот это уже не марбл. Не гранит. Что-то непонятное. Розеточки. Розеточки несовременные. Так. А где телевизор? Непонятно, где же телевизор. Так. Так, закрыто. А, вот тут закрыто. Хорошо. Так, патио. Камера. Шикарно. Так. Дети довольны, бегают, дома смотрят. Ну, что сказать, красиво сделано, красиво оформлено. Очень так. Я так понял, кровать для девочки. Комната для девочки. Вот, так вот сделано. Очень даже хорошо. Неплохо. Но есть химический запах такой. Что-то здесь... Ненатуральные материалы, может быть, краска какая-то, олив или еще что-то. Вот, кстати. Вот. Так, может быть, будет видно. Так. Так. Значит, там была раз, это вторая. Тут третья должна быть.
комната, да, для пацанов третья. Вот, ну то есть пацаны здесь получается, девочка там. Ну и все, в принципе. Вот. Кстати, раньше в домах помимо этого еще был пропеллер. Сейчас пропеллера нет. Экономят бабки на все. Ну, честно сказать, вот еще вон тот дом доступен как модель двухэтажный. Сейчас туда пойдем. Да. А, еще же есть одна. Сейчас еще в одну схожу. Так. Куда бы повесить телевизор, если брать дом? Наверное, сюда. Что здесь нету? Здесь нет у нас камина. Если будет холода, будет холодно. О, стиралка, сушилка. В принципе, неплохо. А можно заказывать заранее на свое усмотрение? Как у нас, просто онлайн. Да. Вот сейчас не поговорим как раз на эту тему. Сейчас не поговорим, спросим. Потому что нет. Очень интересно. Да, это надо менять на натуральное что-то. На плитку какую-нибудь. Либо ламинат. Плитка, либо ламинат. О. А мне вначале говорили, что плитка недоступно здесь. Ну, вот это главное, мастер bedroom. Так, получается, 4 спальни. Одна при входе, значит, одна двойная кровать, одна девочковая, одна здесь, офис, жилая комната, кухня. Да нет, большой. Знаете, 200 квадратных футов, замечательно. Вот семья из, допустим, вот как наша, здесь бы спокойно поместилась. Так, о. Вот красота. Вот что мне нравится. Душ интересно сделан. Правда, цветовая хорошо подобранная. За вся структура. Здесь, конечно, отстой они налепили. И здесь тоже оставляет желать лучшего. Надеюсь, сейчас мы еще дома посмотрим. Там, наверное, не так будет. Ну, короче, как говорится, на элитную недвижимость это не тянет. Вот, смотрите, ать, да, запах, ужасный запах, чем больше находишься в этом доме, тем хуже запах, непонятно от чего, это какой-то клей, либо краска, дешевые материалы, скорее всего. Ладно, пойдем в другой дом. Сейчас мы фотку еще сделаем. Да, вот так вот. Очень красиво. Да. Вот, да, вот так вот можно сидеть и кушать. А это место гостиной. Так, все, сейчас будем еще раз. Последний взгляд на дом, когда входишь. Понравилось. Нам понравилось. Нашей семье, вот если бы не материалы, из которых он сделан, особенно пол, вот этот запах, вот тут возможно, может быть краска, может быть еще какой-то клей, вот что-нибудь поменять, и было бы намного лучше. Но стоит очень мерзкий запах, скорее всего из-за полов, это винил. И смотрите, ковер тоже, но это ковер новый, он так всегда будет, его пропылесосить и хорошо. Но в принципе неплохо. В принципе планировка неплохо, нам бы хватило. Нам бы, как нашей семье, вот такое, если делать, знаете, говорит, современное слово downsizing, нам бы вполне этого хватило. Ладно, пойдем дальше. Так. Очень современно, такой калифорнийский стиль. Мне понравилось. Пошли дальше. Вот в этот дом. Так, вот этот дом уже на продажу, его нет, но все равно посмотрим. Должен быть апскейл дом, улучшенное качество материалов. Посмотрим, что тут есть. О, слушайте. Сразу. Ох, сразу же офис мой. Шикарно, только ну-ка. Вот они шумят. Проверка на шум. Я закрыл дверь.
Вам слышно? Вот тут смотрите, какой лот огромный. Вот этот дом надо у них заказать, когда будет возможность. Мы хотим купить. Ну-ка, присесть. А что, мне нравится вот так, если бы он продавался. Сидишь так, раз, вот тебе офис. Окна. Хорошо. Так, что тут у нас? Так, запашинка есть? Но нет. Критично. Так, тут что у нас? Тут ванная. О, замечательно. Ну, мы мазюкали также. Так. Ну, ванная обыкновенная. Ничего суперъестественного здесь нет. Так. Вонючка стоит. И все равно с нею запах такой же мерзкий. Ну, смотрите, разница, да? В принципе, такая же столешница, как и там. Такие же кабинеты. Такой же холодильник. Кстати, холодильник. Уже лампы висят здесь. Пол, походу, такой же. Ничего не меняли. Просто пространство вот здесь больше. Отсюда сбоку принесли его туда. Так, тут и воду положим. Так. Да. Вот это хорошее, вот это вот. Классное оформление, мне нравится. И вот это вот хорошо. Стол. Hey, how are you? Yes. If we need to go, we need to go. Okay. This is a closet. Guys, let's go. Нас выгнали оттуда, сказали. Вернее, не выгнали, а попросили. Сказали, мы закрываемся. Но, говорит, есть дома, которые будут достраиваться и будут поступить на продажу. Ну, я припарковался, и мы пошли смотреть. Короче, те дома, которые они сейчас строят. Посмотрим, что тут есть. Поле. Так. Одна ванная комната. Спальня. Ну, конечно, разница чувствуется, да? Законченный дом и незаконченный дом. Ну, вот это вроде бы должен быть большой одноэтажный дом. 2400 square foot. Ну-ка, давайте сюда. Значит, это кухня. Здесь, наверное, будет та же самая такая вот сверху столешница. Так, идем. Вот этот дом выглядит более готовым. Хотя, кто узнает. Это все одноэтажные дома. Вон, как выглядит. Можно ходить по всем домам, смотреть, что тут есть. Да, хорошо. Да, светло. Так, света нет, Миша, не включай. О, здесь уже дверь повесили. Это будет офис, скорее всего. Папин офис. О, здесь уже он сломали что-то, дырка какая-то. Или будет что-то резать. Что ты хочешь? Ну, посмотрим, что есть доступно. Так. Ну, конечно, да, по сравнению с теми домами, здесь ничего интересного нет. Интересно, завтра получится? Наверное, сюда уже завтра не приедем. Делать нечего. Не успел я снять второй этаж. Зато хорошо обходил и посмотрел первый. В том доме. Ты что? Ты меня напугала. Ну, в принципе, все. А, да, главное, спальня. Все.
И вот он по размерам 2400. Еще это 2475. Походу возможности есть. Я спросил, говорю, почему в доме воняет от пола. Вашего винильного нога нет, не от пола. А от чего? Так и не сказал. Вот, кстати, пола здесь нет, да, не закончен. Запаха такого мерзкого нет, так что это не от стен. Будут красить, надо найти дом, который уже покрашен более-менее. Сейчас походим, посмотрим, в котором есть дверь. Вот, точно. Сейчас это доглянем. Вот сейчас проезжали мимо, нашел быстренько двухэтажный дом. В нем уже положили вот это вот, я не знаю, что такое, камень или что это. Короче, оно лежит. Все равно мерзкого запаха нет. И полы уже лежат, винильные. И мерзкого запаха нет такого. И здесь тоже нет. Это не от этого. Это может быть от ковров. Это как тот дом, который мы смотрели и нас оттуда попросили. Так, это просто запах олифы и дерева. Нет, все равно мерзкого запаха пока не наблюдается нигде. Все достойно. Так, ищем дом, который доступен. Нашли еще двухэтажный дом. Он меньше размерами. Вот строится еще. Честно говоря, ничего супер такого, как говорится, exciting нету. В общем, не достроили они еще в плане строительства. Но вот это вот будет готов к сентябрю. Как говорится, готов будет в сентябре. Нечего показывать. Второй этаж не готов, первый не готов. Вместо газона земля, по которой машины ездят. Вот, вентиляции нет, ничего нет, вот все. Так что я думаю, на этом буду заканчивать видео. Наверное, все. Если вдруг что-то будет интересно, я сниму. Слушайте, зашли в соседний дом, вон тот двухэтажный, это одноэтажный. И он уже более-менее готов. Уже приобретает вид, как того, который мы только что до этого видели. А здесь нету второго этажа. Он одноэтажный. Света нет. Еще электричество не подключено. Так, да, Лиза, смотри, тут ванная есть. Вот это уже ванная есть. Часть пола положенная. Ой, муравьи, ой, муравьи гоняют. Интересно, его будет потом этот самый обеззараживать. Но он еще готовится, еще делает. Руки поотрывать бы тем, кто вот так вот лепит кафель. Это вообще криво. Вот это я. На отделку кафеля смотрю. Конечно, с одной стороны хорошо, вай-вай-вай. Но как они строят. Детали, ванная, кафель никто здесь не умеет просто. О, что тут у нас? Тут они только цепляются, электричество. Но тут уже получше. Что там, Лиза? Пошли сюда. Тут темно у нас. Ну да, он готов, на 50% готов. Но, да. Паршивый, короче, кладут кафель в ванной. Надо кафель что-то хорошее искать. Да. Вот он вам, современный дом. ДСП, шпон, не поймешь. На двери, короче. Так, как вот сделано. Такая плитка. Тоже муравьи бегают. Не, гараж мы не пойдем. Иди сюда. Мы пойдем отсюда. Так, здесь еще одна спальня, вот и здесь еще одна ванна. Это почти что как дом, который мы видели, когда входили. Ой, пошли. Ладно, давайте, товарищи, всего хорошего, до свидания. Спасибо, что смотрели это видео. До новых встреч. Что хорошо, тут везде дорожки есть.